Приехал на техобслуживание наш золотой Мерида, который в том году мы красили, собирали и ставили такие прикольные педальки. И у нас сейчас дилемма. У нас есть RockShox, который полностью закис. В прошлом году мы его разобрали, весь очистили, отмыли. Вот. Он как бы, в принципе, он даже прожимается, если со всей силы давить. Ход, правда, тут сантиметра два всего. И ржавчины очень много. Очень много ржавчины. То есть вилка вообще не рабочая. Но как бы зато бесплатно. И есть вот новый в коробочке. Такой красивый. Сейчас я их рядышком положу. Видите, там и шток огромной длины. Можно отрезать, можно не отрезать. И вот дилемма, менять или не менять. И полная переборка, конечно. Велосипед на данный момент полностью готов. Здесь у нас новая подножка. Дорогая, на два пера. Здесь у нас новая вилка RockShox с большим ходом. Очень хорошо работает. И еще колечко мы добавили под рулевую. И полное обслуживание. То есть полностью перебирали колеса. Там внутри меняли конуса, подшипники. Передняя и задняя протяжка втулок была. Все настроили, поменяли рубашку тросик на задний переключатель. В общем, на данный момент сумма получилась, как ни удивительно, ровно 15 тысяч. Это с учетом стоимости новой вилки и новой подножки. Соответственно, если бы клиент покупал в магазине вилку, ему только вилка вышла бы дороже, чем полное обслуживание велосипеда. Чистка, мойка, мы его еще помыли, потому что он весь грязный был. По работе здесь примерно 1500, остальное все запчасти из этих 15. Работал два мастера. Ушло у нас достаточно много времени, потому что пока мы вилку примерили, пока мы колеса перебрали. Но как вот на улице уже тепло. Сегодня у нас конец апреля. Или середина апреля, я уже запутался. Но плюс 20. В общем, велик готов, можно забирать. Но теперь что у нас? Износ цепи, износ кассеты, износ заднего переключателя уже такой. То есть, смотря сколько ездить. Хватит его на сезон, не хватит? Наверное, хватит, я надеюсь. Пытаемся экономить деньги. Человеку, который очень много катается, в том году вот поставили турней. Год он отслужил вообще без нареканий, скажем так. Сейчас вот у нас износ цепи уже такой. Видно, да, что зубчики не попадают. Но я думаю, что хватит, наверное, откатать, доубивать кассету и цепь. И снова звонок.